көкшетау қаласына біз қазақ ұлттық өнер университетінің театр өнері және өнертану факультетінің театр және кино әртісі деген мамандануының төртінші курс студенттерімен келіп николай васильевич гогольдің үйлену атты комедиясын алып келіп жатырмыз бұл келу себебі биыл бұл балалар бітіріп жатыр университетті және де біз биыл қайтадан қабылдау жасап жатырмыз университетіме сондықтан осы өңірдің осы көкшетау өңірінің талантқа өм, ө, толы жастардың арасынан мүмкін өм, актер болам артист болам, театр және кино әртісі болам деген жастар болса деген оймен келіп осы профориентация дейді ғой сондай мақсатпен келіп осы спектакльді көрерменге көрсетіп жатырмыз қазақ ұлттық университеті астана қаласында сіздерді күтеді келіңіздер күтеміз Здравствуйте, меня зовут Балмаш Ернур. я студент четвертого курса драматического факультета, актер э, драматического театра кино и ТВ, э, учусь у мастера Камат Рамзан Тлеувы. Я сам уроженец города Кукшетау, так же, как и наш мастер, поэтому я всех призываю поступить на эту шикарную профессию потому что она интересна тем что вы будете применять очень интересные образы интересные облики и будете окунаться в очень интересную атмосферу вы можете быть абсолютно кем угодно и вас за это никто не осудит да? вот лицедейство и актерство это прежде всего не только примерять образы но и нравственное духовное обучение вот поэтому всех ждем и хочу пожелать всем удачи Сегодняшнюю постановку и впечатление об аудитории. Сегодня было вообще. Ну, мы гастролируем уже, то есть мы были в городах Алматы, Караганда. И сегодня было по-особенному, потому что зал Э, так рукоплескал, но ну, очень долгие овации мы схватили, я думаю, мы все-таки как-то хоть э, какие-то очень позитивные эмоции у зрителей э, получили, и они тоже получили от нас, и сцена была очень такая уютная, я бы сказал, уютная и светлая такая, легкая была очень сегодня. И это само, само по себе произведение очень шикарное, Николай Васильевич Гоголь, «Женитьба», и сама история как бы э, наталкивает на то, чтобы посмеяться э, над над жизнью, над историей людей.